Приезжая на сочинскую выставку, священники всегда привозят с собой чудотворные иконы и образа святых. Второй раз в Сочи церковнослужители из Свято-Никольского храма Белоруссии. Мы привезли икону Божьей Матери Экономиса, список с древнего образа Божьей Матери Экономисы, домостроительницы X века. И по многочисленным просьбам эта икона присутствует сейчас на этой выставке. Вот вы спрашиваете о значении для нас. Мы хотим, чтобы Божья Матерь обратила внимание на всех верующих здесь, в нашем, в здешнем городе, чтобы люди духовно крепли, чтобы они решали свои проблемы с Божьей помощью. Для духовной жизни города проведение православной выставки – настоящее событие. Можно не только прикоснуться к привезенным православным святыням, но и пообщаться, например, с православным режиссером, лауреатом Патриаршей премии по литературе Александром Богатыревым. Окунуться в атмосферу православной жизни, посмотреть то, что сегодня происходит, спросить совета у батюшки, посмотреть концерты православной песни, посмотреть православные фильмы и мультфильмы, и также принять участие в творческих встречах. Придя на эту выставку, каждый найдет себе то, ради чего он сюда придет. Кто-то закажет молебны, кто-то приобретет иконы, кто-то приобретет свечи, образа, кто-то просто посмотрит на все это великолепие. И Господу помолимся, Господи помилуй. Сегодня первый день работы выставки. По традиции ее организаторами выступила компания «Соут Сочинские выставки». В гранд-отеле «Жемчужина» православная выставка-ярмарка будет работать 5 дней. Вход для посетителей свободный. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ».